Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Наглядный ликбез о безопасности и спасении на воде провели для «Орлят» специалисты Туапсинского поисково-спасательного отряда «Центр Спас». Они показывали специальное оборудование для спасения и водолазных работ, а также продемонстрировали технику выполнения сердечно-легочной реанимации пострадавшего. Подобные учения для ребят, отдыхающих в «Орленке», проводятся каждую летнюю смену. Когда человек тонет в воде, он перестает дышать. Это вызывает сложные нарушения в организме, от которых останавливается сердце, выключается мозг, и человек находится на полпути к смерти. Если мы вовремя его спасем и вовремя окажем первую помощь, то мы сможем его оживить. И такие люди легко откликаются на базовый реанимационный комплекс, быстро восстанавливаются.